Я сам перший путь і за мене одмах, коли ми дійшли, я рекав, град има душу, има серце, не знаю, з Бог чого, а не імати таку теплу енергетику, і то від серця, кажемо вам. Це ціла Сербія за мене, у серцю. І за мене, так от, захвалим організаторів, які довели мене овді, то є Сакс Пиринс, Милан Савич, який звав мене і рекав, айде идем в Пират. И еще мы имали концерт. Я кажу, где это Пират? Сад, когда мы дошли, я кажу, я дочь чего обовезна, да, само видим, колика дали мне в хотелю книжицу, где пишет, вы имате пуна своего за туристы. И так вот. И сад я сигурно да кажем русским, а пуна русы, кое живи у Сербии, и на Фейсбуку има группы, и я сигурно, как ночью, да, нас ночью, да, напишем, как овде лепо. И утро еще имам планы, да видим все, что овде има. Но джаз есть сада яко популярный стиль. И я сретен, когда долазим увек в Сербию, все выше и выше молодые музыцеры, кое свира феноменальную музыку. А яко близко под мене, сад я радио мастер-класс. И как под Милана Савича, деці, кої долазять, не знаю, там, 10, 13, 15 годин, і як лепо свіра, і има високий потенціал, а я увек кажу, серби яко пам'ятні люди. І талантовані. То є не комплімент за те, що я овді, а за те, що то є істина. Браво, Сербія, браво, як ви то все чуєте, радите. І за мене, то кажемо, у Белграду невероятно, і клуби за джаз, за то є стиль от музики, кое брзо може да приузмить молоді люди, кое нещо не уредують обично, що вони чують преко радіо, преко ваше, извините, преко нашу ову телевізію, неку срамоту. А джаз є брзо, као вірус, але добрий вірус. Кад уже у главу, у серце, то он касне до доводжен до некого Стинга прекрасного, или Шаде, или касне до Чикария, а еж за година, да, може и класику некую и то и битные створы. Я света, что вечер раскладывал. Але я вам кажу, чудно время. Засады яко чудно, концерты затворены, а мои концерты еж веч у апреля, изгубил 10-12 концертов сам за один месяц, то, а я ему веч 12 годин у филармонии, то есть главной филармонии в России, филармонии Чайковского. И знаете, с одной стороны, ове опасно, има доста люди, кое мои, я знал. Али с другой стороны, авионы, кое иде заедно, или у Москвы метро, такое люди, а на концерты забранено. То есть чудно, наверное.